Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. Сегодня мы будем с вами плести из резиночек и сплетем вот такую вот мини 3D конфетку. Плести будем при помощи станочка. А те, кто сплетет и выставит свои фотографии в моей группе ВКонтакте, я их опубликую в следующем видео. Итак, поехали! Итак, давайте посмотрим, что же нам понадобится для конфетки. Плести я буду вот этот вот образец. Для плетения мне понадобится 3 вида резиночек, белый, розовый и синий. Количество резиночек я укажу в описании под видео. Также, как я уже говорила, понадобится станочек и 2 дополнительных крючка. Наполнять я буду конфетку вот таким вот наполнителем. Итак, располагаем станочек таким вот образом, чтобы центральный ряд столбиков был выдвинут немножечко вперед, а открытые стороны столбиков смотрели в правую сторону. И начнем мы с плетения хвостика из белых резиночек, которые мы сплетем при помощи крючка. Итак, берем первую резиночку, накидываем на крючок и прокручиваем 4 оборотика. 1, 2, 3, 4. И затем проплетаем уже пару резиночек, то есть накидываем на крючок и скидываем вот эту вот петлю с крючка. Захватываем пальчиками и аккуратненько перекидываем. Так, второй конец резиночки на крючок. Снова проплетаем пару резинок. Есть. И сдвигаем вот эту вот цепочку. Сейчас мы проплетем еще 2 точно такие же цепочки. Итак, берем следующую резиночку. Точно так же прокручиваем 4 оборотика. И проплетаем 2 пары белых резиночек. Итак, первая пара. Готово. И вторая. Снова сдвигаем все эти резиночки и продолжаем плести третью цепочку. Накручиваем резиночку 4 оборотика и проплетаем снова 2 пары резиночек. Раз. И 2. Готово. И затем мы должны все эти цепочки накинуть на одну резиночку. Накидываем белую резиночку на крючок. Продеваем через 3 цепочки. Аккуратненько. Продели. И затем берем розовые резиночки. Это уже цвет нашей конфетки. Берем пару резиночек. И точно так же протягиваем через эти резиночки. Вот такой вот хвостик у нас получился. Затем этот хвостик должны будем правильно прикрепить на станочек. Мы накидываем одну пару резиночек на вот этот вот верхний ряд, первый столбик. И нам необходимо сейчас аккуратненько перекрутить восьмерочкой вот эту вот пару резиночек. Аккуратненько перекручиваем и накидываем на 2 столбика по диагонали. Вот таким вот образом, видите, вот эта вот пара резиночек у меня сейчас перекручена. И затем мы накидываем по кругу розовые резиночки. Берем следующую пару розовых резиночек. Аккуратненько, перекрутив восьмерочкой, накидываем на следующие столбики. Так. Затем снова следующая пара. Перекручиваем и накидываем. Есть. И затем нам надо будет сейчас на вот эти вот задействованные наши столбики, на которых сейчас находятся резиночки, по кругу накинуть по одной розовой резиночке. Готово. И при помощи крючка мы скидываем с каждого столбика нижнюю пару резиночек. Отодвигаем и сбрасываем на центр. Сейчас мы немножечко расширим конфетку. Расширяем, перекидывая на соседние столбики резиночки. То есть захватываем сейчас на центральном столбике пару резиночек. Аккуратненько накидываем на следующий столбик. Затем захватываем верхнюю резиночку на этом столбике.
и смотрим, чтобы у нас резиночки, когда мы перекидываем на соседний столбик, не пересекались между собой. В данном случае они у нас пересекаются, поэтому я захватываю вот эту вот резиночку пальчиками и накидываю нижнюю резиночку на соседний столбик. Так, а эту резиночку возвращаю на место. Здесь захватываем точно так же верхнюю резиночку. Нам, как мы сняли, так мы и накидываем. То есть мы не будем накидывать нижнюю резиночку, потому что они у нас не пересекаются. Готово. И затем уже на вот эти вот все наши столбики, на которых сейчас находятся резиночки, мы снова накинем по кругу по одной резиночке. Так, и нам сейчас надо будет скинуть нижние резиночки с каждого столбика. На некоторых столбиках это будет одна резиночка, вот на этих двух. И также и по паре резиночек. Так, здесь по одной. И на вот этом последнем столбике две резиночки. Опускаем резиночки. И сейчас мы переходим к плетению вот этой вот синей полосочки. Проплетем сейчас два ряда. Накидываем первый ряд. Скидываем нижние резиночки. И проплетаем второй ряд синими резиночками. И сейчас нам надо будет проплести 3 ряда розовыми резиночками. Чтобы не запутаться, вы можете отложить 24 розовых резиночки и проплести ими 3 ряда. Три ряда готово. Затем нам надо будет все эти резиночки снять на два крючка. Берем первый крючок и снимаем на этот крючок 4 пары резиночек, то есть резиночки с 4 столбиков. Так, первая пара, вторая, третья, четвертая. Берем второй крючок и снимаем оставшиеся резиночки. И затем аккуратненько конфетку снимаем со станочка. Готово. Наполняем конфетку наполнителем. Сейчас откладем конфетку в сторону и сплетем при помощи основного крючка второй хвостик этой конфетки. Итак, берем первую резиночку, накидываем на крючок, прокручиваем 4 оборотика и проплетаем 2 пары резиночек. Первая пара. И вторая. Снова одну резиночку на крючок, прокручиваем 4 оборотика. Проплетаем точно так же 2 пары резиночек. Первая, вторая. Так, одну резиночку в 4 оборотика. И снова таки 2 пары резиночек. Так, раз. Два. И продеваем все эти резиночки на одну резиночку. Накидываем ее на крючок. И аккуратненько снимаем все эти цепочки.
И второй конец резиночки на крючок. Хвостик готов. И затем нам аккуратненько надо будет прикрепить этот вот хвостик на наши два крючка. То есть один конец резиночки на один крючок, второй конец на второй. И продеваем сначала одну резиночку. Так, и затем вторую. Есть. Накидываем все резиночки на один крючок и затягиваем узелочек, то есть продеваем одну резиночку через вторую. И вот эту вот петельку, которая у нас образовалась, сейчас мы прокрутим вокруг хвостика конфетки два оборотика. Раз, два. Расправляем конфетку. Вот такая вот сладкая поделочка у нас готова. Надеюсь, видеоурок вам понравился. Ставьте лайки под этим видео. Если у вас получились точно такие же классные конфетки, как у меня, скидывайте свои фотографии. Ваши поделочки выйдут в следующем моем видеоуроке. А сейчас я перейду к рубрике «Передай себе привет». Летит первый приветик Полине Тимашевой, кошке Лапе, привет Кате Шаруде, привет Хаятан Фазлыевой, привет Дарье Ивановой, кошечке Дине, привет Виолетте Стояновской, маме Людмиле, папе Валерию и 4 А-классу. Привет Софии Рудницкой и всей ее семье, привет Ксюше Кот, Даше Поляковой, привет Кате Таргашиной, всему 4 Б-классу города Улан-Удэ, привет Дуняше Сапаровой, привет маме от Надежды Рыбаковой, привет всему 3 А-классу города Балахна от Варвары Рыбаковой. Привет сестренке Айсель Гариповой. Привет Амине Читак, Эшрефу Читак, Ине Шевченко и Эвелине Читак. Привет Ане Веселковой и Лене Вороновой. Привет сестренке Виктории Тендюк. Привет Саше Максимишину. Привет Саше Кимовой и подружке Марьяне. Привет Софии Шпак. Привет маме Наталье Владимировне и песику по кличке Янтарь, а также сестренке Кате. Привет Элли Ди и Диане Мадышевой. Привет Глебу Журавлеву. Привет Дарине Журавлевой и Веронике Полоротовой и братику Кириллу. Привет Лизе Батуриной. Привет лучшей подружке Ярославе Седоченко и школе номер 33. Привет Анастасии Ивановой, лучшей подруге Лизе, а также всему 4 А-классу. Привет Маше Куравлевой и подружкам Ксюше и Алине. Привет Кристиночке Кедулич, а также Горогонич Анастасии и Софии и щеночку Максу. Привет Полине Банниковой. Привет Полине Карпенко и всему 5 А-классу из станицы Павловской, МБО, СОШ номер 3. Привет Лере Хорошайло, Пащенко Полине, Лизе Щитовой. Привет Лере Хорошайло, Пащенко Полине, Лизе Шитовой, Костяковой Лоле и Луиц Ане, Даше Мудрик, Фадеевому Никите и всей школе номер 52 имени Николая Лобачевского, 5 Б-классу города Львова. Привет Ане Игоревне и кошечкам Лизе и Анфисе. Привет лучшим подружкам Новиковой Алене и Насте Гавриловой. Привет Дарье Тумбальцевой. Привет Дарье Смирновой. Привет Юле Кобелецкой. Привет Даше Мищук. И последний приветик у нас на сегодня — это Арине Семёшине. Вот и все приветики, которые вы оставляли за последние 3 дня. Надеюсь, все их услышали. Кто хочет услышать свой привет, оставляйте заявочки в моей группе ВКонтакте в теме «Передай себе привет», и все приветики я передам в одном из следующих видеоуроков. А на этом я уже хочу с вами попрощаться. До новых встреч в моих новых видео. Всем пока-пока!